На смену лекциям и старым станкам в техникуме металлообрабатывающих производств и сервиса пришли так называемые проэмуляторы. Моделирование деталей и даже технических процессов с ватманов перекочевало на поруки отечественного софта. Электроника не покидает студентов и у станков. На мониторе все показывается наглядно. Очень удобно работать на этом станке. Он более точен, можно вырезать более точную деталь. Уже более-менее без брака там. Проэмуляторы не только контролируют, но и, что самое главное, помогают. На учебных станках предусмотрено несколько режимов работы. И по большому счету это некое руководство по эксплуатации. Пошагово расписан процесс изготовления деталей. Предварительно записав все те этапы обработки, обучающийся уже может использовать как помощь в режиме наставника обрабатывая. Он, значит, использует ранее записанную запись и, значит, повторяет действия. Также имеется режим демо. В режиме демо обучающийся просто может просмотреть от начала до конца обработку. Эффект учебный от использования проэмуляторов бесспорный, уверены преподаватели колледжа. На практике знания у студентов осваиваются быстрее, да и расходных материалов будущие станочники широкого профиля тратят ощутимо меньше. Проэмуляторы позволяют нам, конечно, экономить ресурсы, металл, электроэнергию, дорогие резцы. Это очень важно. Кроме того, проэмуляторы позволяют работать и получать продукцию без брака, что тоже актуально. Своим педагогическим опытом тагильчане решили поделиться с коллегами на областном семинаре. Он прошел сегодня в стенах техникума. Рассказать действительно есть что. Учителя добились самого главного. Уроки студентам стали по-настоящему интересны. Когда говорят, что идем на проэмуляторах, это для них, в общем-то, ну, очень заманчиво. Заманчивые перспективы для студентов. Техникум – базовое образовательное учреждение УВЗ. И с каждым годом потребность корпорации в квалифицированных сотрудниках только растет.